Каждый знает свой участок и работает на успех всей команды. Чем не операционная бригада, решили студенты педиатрического университета и вышли под парусом, да еще и в регату за Всероссийский кубок студенческой парусной лиги. А в этих соревнованиях разыгрывается еще и кубок губернатора и кубок вузов Санкт-Петербурга. Кубок студенческой парусной лиги – это крупнейшие соревнования среди российских вузов. Отборочные этапы проходили в Сочи, Геленджике, Калининграде, Москве, Московской области, а на финал собрались здесь, в Санкт-Петербурге. Более 50 команд из 39 вузов. Наверное, самая молодая команда – команда нашего педиатрического университета. Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет. Призовых мест экипаж педиатрического пока не занимал, но конкуренции не боится. Нашему яхт-кружку всего третий год, и по большому счету главное – учеба и удовольствие от паруса. Наш клуб уже на вторых соревнованиях участвует. Учебе не сильно мешает, все-таки мы пропускаем всего 5 дней. Это не так страшно, можно отработать. Капитан, третий курсник Степан, матросы, пятикурсница Мишель, мастер спорта по теннису и ординатор Екатерина, раньше профессионально занималась плаванием. Я увидела предложение открытия клуба и такая, надо вступать. А вы? Мне не страшен как бы спорт, профессиональные спортсмены не боятся ничего. Медицина тоже говорят, что это не женское дело, но почему-то у нас половина, вся весь педиатрический университет – это женщины. Лодки участникам предоставляют городские яхт-клубы, так что команды крепят на паруса эмблемы своих вузов и пытаются за короткое время до старта освоиться с чужой оснасткой. Не помешает и танцевальная разминка, которую устраивают организаторы. И вот по мере готовности яхты выходят в залив. Самостоятельно отчалить получается не у всех, как назло, над Финским заливом штиль. Кого-то приходится брать на буксир, кто-то упорно ждет ветра, кто-то пытается ловить волну. Из-за прекрасной погоды судьи все откладывают старт. Лидерами уже не первый год считают три петербургских вуза – Институт Лесгофта, Горный и ИТМО. Им на пятки наступают ребята из Калининграда и Москвы. Вы смогли увидеть экипажи в деле, и это полнейший эксклюзив. Ведь регата проходит далеко от берега, парус оттуда едва различим. Но болеть за наших яхтенных педиатров не помешают никакие расстояния.